часть, вот мы выжили. Какое-то время, да. Короче, патруль полиции. 3202. ДТП. Вот и Hyundai пошли в ход. 3202. Працівники полиции присутні. Він нічого не знає. Тому що він не був. Вся інформація стосовно того, що... А хто був за кермом? Ніхто із їх не був. Ніхто? А хто де ділся? Складно. Передається в обов'язковому порядку на чергову частину і в прес-центр також має цю інформацію. Я можу навіть можна звернутися. Кривобок. Якраз для вас і... Як казав міністр, деканоїд з влади, щоб поліція, робота поліції відкрита, прозора. А ми ж нічого не відкриваємо. Можете показати? Почему не можете? Потому что вы врете. Я считаю, что вы врете. Ну, это ваше право. Ну, потому что я считаю, что вы врете. Документы на этот патрульный автомобиль нет. А вы говорите, что вы врете. А вот так. Потому что не можем. Ну, пока... Нет. А чем это запрещено? Это патрульный автомобиль. Так что? Данный человек в форме, правильно? Ну и что? Это его автомобиль? Он на этом автомобиле должен ездить? Он на этом автомобиле ездит? Он на этом автомобиле ездит или нет? Ну так и все тогда, давайте описать. Чего мне трогать? Ваш гей-парад только в воскресенье, чего мне трогать? Ну уже в розовой рубашке. Ну и что? Что-то мне хочешь сказать? Слышишь, розовая рубашка? Петух! Понял? Петух! Как Евдокимов сказал, петух — это гордость. Так что все инспектора — петухи. Очень-очень красиво. Очень? Это Евдокимов вопрос. Евдокимов сказал, что петух — это гордость. Он ваш руководитель, он зам главы полиции Киева. Тем более это обстановка, которая сложилась. Показать вам? Я говорил, что... Петух — это гордо, он сказал. Петухи, да. Так что все инспектора полиции — это Киева. Я в шоці. Вам на велосипедах їздити треба. А корова? Пішком ходить, велики не забудуть. Теж поламають. Так важно, що нікого не було в цій машині. Нікого не є. А на ней разрешено движение? Может, не запрещено движение? Может, вы эксперт? А ты эксперт, что можно ехать? Эвакуатор вызывай. А? Без номеров запрещено ездить. Куда? А как вы без номеров будете ехать? Да, Толя, не трогай, пускай едут. Не трогай. Что да люди... Они могут без номеров ездить, а другие не могут, правильно? Номер деформирован абсолютно, его так невозможно никак закрепить. Все, тогда новый заказывайте, приходите новый. Закажем новый, обязательно. Или эвакуатор, автомобиль не имеет права двигаться дальше. Автомобиль не имеет права двигаться. Автомобиль не имеет права двигаться. Без номера. А что это такое? Это не считается, он не в неустановленном месте. Он сейчас и... Не трогайте меня, не трогайте меня, я вас прошу, я как-то прошу. Я вас прошу, вы хотите, чтобы автомобиль, ваши коллеги совершали правонарушение сейчас, правильно? Правонарушение, так автомобиль убирают в проезжую часть. Он куда его убирает? Проезжую часть. Эвакуатор пускай его убирает. Проезжую часть. Проезжую часть, сюда, то есть, да, тут нельзя было припарковать. Поехали.